Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Парк Авеню и ее представитель, участница, партнер Ирина Клейн. Я хочу подчеркнуть для вас, что социальная сеть Парк Авеню – это гениальная разработка, сложнейшая такая конструкция, которая, несомненно, войдет в историю сетевого маркетинга MLM и будет работать очень долго. Сейчас мы находимся на первой странице. Видите, такой красочный, интересный. Здесь вы можете посмотреть, новички могут маркетинг, посмотреть новости и, естественно, зарегистрироваться. Я вхожу и сегодня хочу вам с вами поделиться, вам рассказать о своих первых результатах. Так как наша соцсеть находится еще в зародыше, она молоденькая и весь функционал еще не подключен, мы как истинные владельцы должны позаботиться о своем детище, развивать его, помогать развиваться и расти. А чтобы соцсеть росла, мы, естественно, должны знакомить людей и, естественно, привлекать их. Потому что в дальнейшем принесет соцсеть всем массу впечатлений и денег, естественно, денег. Потому что меркантильность нам всем присущна. Потому что, как бы мы ни говорили, деньги влияют на нашу жизнь и очень даже сильно. Мы находимся на странице. И сейчас я вам покажу, что я достигла за этот месяц. Так как я участницей стала с первых дней, с самого рождения. Вот. У меня 38 человек команда. Ну, вы сразу у каждого, наверное, мысли возникают, а у меня, вот, допустим, ни одного у кого-то. Когда вы полюбите эту соцсеть, втянетесь сюда, заинтересуетесь, к вам люди просто сами как магнитом будут притягиваться. Посмотрите, количество людей, оно, ну, не сильно влияет на то, какой результат финансовый вы получите, потому что ваши партнеры, они по линейке выстраиваются, в круговую, как бы. Поэтому реферальное отчисление 10%, они незначимы. Посмотрите, вот мой баланс. Баланс 11.44 у меня. И вот история операции. Видите, вот реферальное отчисление 6 центов, 6 центов. Вот. Выплаты небольшие, пока незначительные. И то они все равно радуют нас. Почему? Потому что это самое-самое-самое начало. Что может влиять на ваш финансовый результат? Только количество купленных программ. Вот наши все программы. Я участница социального тренажера, миксера, прогулочный. Коробочки у меня есть. И в карусель единственное, я не зашла. Но я планирую, думаю, что еще за месяц будет переворот в миксере. Я все-таки попаду туда. И все мои партнеры... И все вы, дорогие друзья, все будете в карусели. Это конечная станция, которая нас ждет. И где мы будем в закольцовке все получать многократно, может быть, даже несколько раз в неделю, а потом несколько раз в день. Смотря как вы будете работать, мы все будем работать. И поэтому нужно стремиться к хорошему результату. Вот здесь у меня, видите, включена программа «Социальный тренер» и «Миксер», автоматическое снятие средств включено. Потому что я могу проследить, а я не хочу пропускать свои места активации. Поэтому я включила автоматическое снятие. Произошло первое перемешивание миксера. Миксер. Посмотрите, у меня было 21 место. Сейчас у меня 1527 одно место. Вот из четырех мест одно прикупилось у меня, 1556, далее 1584 и 1647. Я не расстраиваюсь, я буду рада, если мои партнеры, участники соцсети займут более выгодные позиции и получат доход, потому что должны получать все. И здесь никто не исключен, все будут получать доход. Прогулочные программы пока у меня жасминовая, розовая, в розовой еще пока нет заполнения,
А в сиреневой я еще не участвую. Но это все движение происходит. И я думаю, что всех нас постигнет очень даже счастливая судьба. Что еще могу сказать? Вы все можете почитать маркетинг. Маркетинг. Здесь ничего вымышлять не нужно. Я хочу сказать, что многие ударились в расчеты. Расчеты, вы рассчитать не сможете ничего, потому что здесь все настолько тонко продумано и просчитано уже без нас. Поэтому не нужно. Здесь ошибки, которые погрешности в самом начале допускаются, они программистами исправляются. Наш программист ездил в свадебное путешествие. Оно закончилось, начинаются семейные будни у него и, естественно, работа. Уже ошибки в основном все исправлены, но кое-где еще где-то какие-то погрешности допускаются. Если попадаются, то их, конечно, он заметит и исправит. Посмотрите, сколько функций будет еще включено. Нас ждет аленький цветочек. Я очень жду игру эту, потому что иногда хочется отвлечься и где-то что-то порадовать взор свой. Вот каталог подарков. Мы все будем дарить друг другу подарки. Тоже очень жду. Это очень забавно, интересно. И я люблю делать подарки не только своим близким, но и своим друзьям. Значит, весь функционал у нас запустится, будет более интересная работа. Далее, посмотрите, если у кого-то, допустим, история операции меньше, чем у меня, вы не огорчаетесь. Видите, значит, доходы они будут, они растут, количество партнеров увеличивается, армия участников растет у нас с каждым днем, поэтому прокупаем программы вовремя, активируем места. Вот видите, я уже получила 39 долларов. И новый баланс, я их вывела, и новый баланс мне 11,44. Но я работаю активно, я привлекаю людей и рассказываю, провожу занятия с своими партнерами. То есть в моей команде нет таких вопросов, меня не одолевают, не мучают день и ночь. То есть все понимают правильно. Поэтому спокойно люди работают, занимаются своими делами, своими проектами. Скоро, значит, мы будем в соцсети рекламировать свои проекты, любые. У кого-то один, у кого-то несколько. И, естественно, от игрового баланса, от всех манипуляций, от всех движений ваших партнеров вам будет идти доход. Поэтому мы ждем подсоединения нового функционала с нетерпением. Привлекаем партнеров, работаем, прокупаем программочки интересные, следим за событиями, делимся своими результатами, радостью, делаем посты в соцсетях, пишем ролики, и только наши действия приведут к положительному результату. Коробочки, вот смотрите, коробочки не прикупайте, потому что система сама покупает. Вот у меня было изначально 4 коробочки. И потом одну купила и две купила система, потому что так задумано, это в секрете разработка. То есть это дает движение всем остальным, ребята. Посмотрите, потом будет рубиновый подарок работать, золотой подарок. Это все впереди. Это такая тайна, прекрасная, замечательная. И загадка, которую мы не разгадаем, но будем получать удовольствие в виде финансовых таких вознаграждений. Так что, ребята, набираемся, значит, знаний, ждем с нетерпением, успокаиваемся, не забрасываем чат разными вопросами, которые можно просто заглянув в маркетинг решить или позвонив программисту, нашему админу, который, если какие-то сильно уж такие вопросы, которые вас тревожат, возникают, то задаем ему в личку, и он немедленно все решает. Поэтому у нас все организовано на высшем уровне. Работаем спокойно и с удовольствием. Я думаю, что информация была полезной для вас. И до новых встреч. С вами была Ирина Клейн.
Ха-ха-ха.